Привет, ребята, с вами Карина и Марина. И вы находитесь на Monokian Twins TV. Погнали. Слышите, как поют птички? А что это значит? Это значит, что скоро наступает весна. А это значит, что мы должны пригласить к нам в гости в эту рубрику еще одного мега важного человека, который поможет нам почувствовать эту прекрасную весну. Да, ребята, это Ольга Бузова. Вот вы настолько обожаете эту рубрику, что мы с Марой на этот раз были просто вынуждены перевести песни Ольги Бузовой на иностранные языки. Все ради вас, наши зайчата, голубята, бельчата, наши любимые зрители. А для тех, кто впервые попал на наш канал и не знает о правилах нашей игры, то мы, ребят, вам сейчас все объясним. Мы с Мариной отобрали топ-5 хитов Ольги Бузовой и топ-10 иностранных языков, на которых будем исполнять ее песни. Мы рандомно будем выбирать иностранный язык и на этом языке исполнять песню Оли Бузовой. Итак, кто из нас окажется лошарой, плохо споет определенные строчки, неправильно выговорит слова, получит вызов от сестры, который, кстати, будет записан у нас в Инстаграм в Инстастори. Поэтому не пропустите, смотрите внимательно и также судите нас. А за перевод, как всегда, отвечает наш любимый Google-переводчик. Погнали! И первая песня у нас «Мало половин». И все из вас помнят эти строчки. Мало половин, мало, мало половин, мало половин, мало, мало половин. Уу! И настал мой любимый момент, момент жеребьевки. Догадайтесь, ребята, на каком языке споем мы мало половин? Ой, ой, итальяно. Я на африкан спою. Ого. Песню мало половин. Сейчас послушаем, как это будет звучать, ребят. Не переключайтесь. Piccole metà, picco piccole metà, piccole metà, picco piccole metà, clean health test, clean, clean health test, and open the avenues on the moon. Теперь, ребята, нам надо выбрать, кто спел хуже. И давайте без всяких комментариев скажем, что хуже спела я. Потому что это африканс, а я неправильно произносила слова, поэтому все элементарно. Я, безусловно, отрицать этот факт не стану. Поэтому Карина дает мне вызов. Давай, крошка, я жду. Во-первых, не называй меня крошкой. Знаю, что Мара не умеет вставать на мостик. Я уже сейчас чувствую, что будет. Ты встанешь на мостик, я надеюсь. Без стенки, подбивая пикколе мета. Это будет очень забавно. Этот вызов вы сможете увидеть у нас в Инстаграм, поэтому не упустите этот шанс. Кстати, ребят, если же вы не успели на наши вызовы в Инстастори, тогда переходите к нам на профиль ВКонтакте и ищите наши вызовы в видеозаписях. Переходим ко второй песне, которая называется «Привыкаю». По-моему, это топовая песня, поэтому, ребят, не будем медлить, вспомним строчки и пойдем выбирать языки. Я привыкаю снова просыпаться одна. Мне больше не больно, больше не больно. Поверь, это не слезы, это просто вода. Мне больше не больно, больше не больно. Выбираем языки. Опс, упала. Уронили. О, испаньоль, но я же не говорю, я не парлачу по-испански. Английский. Опять английский тебе попался? Да. Давайте, ждите 5 секунд, и мы с вами. Mi accostumbro a respirar solo otra vez. El no me duele, no me duele. Believe me, it's not tears, it is just simple what I am. It doesn't hurt me, it doesn't hurt me. Что мы можем сказать по этому раунду, Карина? Я могу сказать, что я английский слова тупо промямлила, ребят. И что мы можем сказать? Что я победила, и я даю... Что? Я даю тебе вызов? Да. Серьезно? Да. Я как-то выключила на секунду. Окей, я даю Карине вызов. Я его заранее придумала, потому что я знала, что она будет проигрывать. Спасибо. И твой вызов звучит так. Так как у нас такая медленная песня, а, к сожалению, вызов был для более ритмичной песни, но все равно. Ты должна будешь танцевать лизгинку. Что? При этом подпевая свои строчки из этой песни. О, боже. Собственно, под эту песню танцуем лизгинку. Все, смотрите, вот тут вот, ребят. А мы погнали за третьей песней, которая называется... Хит-парад. 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 Да. Да, хит-парад.
Ты не попал в хит-парад моих мыслей. Не присылай больше мне свои письма. Ты не попал, значит, мимо твой выстрел. Слышишь, Аму? А теперь выбираем наши любимейшие языки. Давай, Карен, как считаешь, какой язык тебе попадется? Сейчас глянем. Барабанная дробь. О май гад. Арабский хинти. Это будет звучать... Это настоящий хит, ребята, сейчас будет. Ждем 5 секунд, и хит у вас на подносе. Обнамеривать жару, кахит парит конеги. Муж не обманат, и патерна им вечна. Эм талон тусил, вейден я тэху тэмбил. Тэсмирау клуби. Короче, ребят, вот что я вам скажу. Пока Карина переводила свою часть, я успела сделать в доме все. Приготовить, убрать, постирать, все, вот все. Не надо хвастаться, пожалуйста. Да, поэтому я не знаю, успели мы как-то так наравне. Мне кажется, все-таки перевод твоей части почему-то у тебя вызвал какие-то затруднения. Но, блин, что сказать? Пас, признавай, все, тут поражение. Тут так много слов было. Поражение. Ну так вот, короче, Кар, тебе вызов. Ладно. Ты должна выпить в бокале воду, делая вид, что там вино или коньяк, и при этом говорить тост на хинти. Что за ужас? Да, и если тебе сложно что-то придумать на хинти, пожалуйста, можешь напеть вот эти строчки, которые ты только что исполнила. Ужас. Вы знаете, что делать. А мы переходим к четвертой песне. Четвертая песня называется «Улететь». Мне бы улететь с тобой высоко, стать солнцем в твоих руках. Не буду слышать голос твой легко, стать небом в твоих глазах. Жонглируем. И тебе попадается. О май гад, как это смотреть? Это корейский. А у меня, ребята, как он говорится? Тайский? Тайский, да. Сейчас будет полная жесть. Мы с этим должны справиться. Аминь. Чан цан бин кам кун чун Клай пен дёти Чун нимон кун Нан им дое мугоси лэду Нуне хан долиде нун Голсын чуздэ. Ребят, сразу же хочу сказать, что я принимаю на себя эту ношу с вызовом, потому что я выдумала половину тайского. Это был полутайский, ребят. Просто было сложно понимать, что мне говорил переводчик. Можешь задавать мне вызов, я готова. Я тоже готова. Ты мне признаешься в любви на корейском, играя на гитаре. А как иначе? Чтобы все это было музыкально. Прошлые разы мы просто признавались друг другу в любви на иностранном языке, а теперь еще с гитарой. Может, тебе еще под окно? Ты можешь под окно? Нет, я не хочу под окно. Ладно, пойду выполнять этот вызов, а вы не забывайте смотреть инстастори. Да. Кстати, напоминаю, ребят, что у нас с Марой сейчас счет равный, 2-2, поэтому наша борьба продолжается. Ну а вы делаете ставки, кто же победит? Если хочешь, давай себя на всех раздавай. Если ты не мужчина, а Wi-Fi. Но со мной тебе точно ничего не слови. Ты все знаешь об этом, не о любви. Глядим, что нам судьба уготовила. О, мой француз! О, немецкий! Ну что, мы погнали! Ждем вас через 5 секунд. Всех любим, целуем, обнимаем. Йоу! Bei mir kannst du einfach nichts fahren. Ure wisst es alle, aber nicht du Welli. И как вы понимаете, все решаем через камень, нож, бумагу. Раз, два, три. Как-то мы быстро. Мой вызов Карине, последний и завершающий. Короче, смотрите, какой крутой вызов. Ты знаешь что? Ты присядешь на карты, и как какой-то французский гопник, ты будешь нести красивую дичь. А я буду тебя за кадром переводить. Любовь, это такая штука. Да. Ты поняла? Это будет забавно. Это будет весело, так что, мне кажется, вам следует заглянуть и посмотреть, ребят.
А вам мы хотим сказать огромное спасибо за то, что досмотрели это видео! Если вам понравилось это видео, поставьте нам палец вверх и обязательно пишите в комментариях, на каком языке песня вам понравилась больше. Или же пишите, какого артиста пригласить в следующий раз в нашу рубрику. Обязательно подписывайтесь на наш канал на YouTube. Ребят, у нас скоро будет 400 тысяч! И также не забывайте про все остальные наши социальные сети. Это Инстаграм и ВКонтакте, как мы уже упомянули, Твиттер, Ас и Мюзикали. Ребят, во всех этих социальных сетях мы стараемся быть активными, так что мы с вами сил, мы с вами мощь, мы порвем вот тут вот все. Короче, ребят, знайте всегда, что мы вас любим! И до скорой встречи, мы обещаем, что мы очень скоро снова появимся. Классная песня, кто это? Тут клевая песня. Не знаю, какая, но она крутая. I'm feeling better now. Сильно любим, целуем, Господи, свет мешает. Вы наши любимые.